Участникам окружной и федеральной программ «Молодая семья» продлили срок действия жилищных сертификатов. На сегодняшний день в Муравленко свидетельство на соцвыплату в целях приобретения жилья получила 41 семья. Специалистами управления муниципального имущества принимаются все меры, необходимые для того, чтобы наши молодые семьи смогли реализовать свои свидетельства в 2020 году. Для этого необходимо будет подать заявление в свободной форме на адрес электронной почты управления муниципального имущества. И уже специалисты самостоятельно подготовят, то есть куда-либо ходить не нужно. В последующем будут подготовлены продления, то есть внесены изменения в основной документ, ранее предоставленный. Подробную консультацию можно получить также, позвонив специалисту, ответственному в отдел жилищно-социальных вопросов по номеру 55210. Также можно позвонить в приемную, предварительно записаться на прием к начальнику управления, также в режиме телефонной связи. Телефон для записи 55203. Кроме того, на период действия режима повышенной готовности продлевается срок подачи документов от граждан на переселение в рамках программы сотрудничества. Дополнительную информацию можно найти на страницах официальных аккаунтов управления муниципального имущества в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте.